Ну что же, сейчас интересный ремонт. Неоднократно попадались мне в ремонт такие блендеры. Значит, с диагнозом вот здесь выпадает вал. Вот тут он телепается. Вот здесь вот. Сейчас тут пластик, я объясню почему. Вообще обычно там металлическая часть. Именно. Вообще такой блендер ремонту не подлежит. Он не разбирается. Но его можно разобрать, допустим, вот здесь срезать. Суть поломки в чем? Отломалось стопорное кольцо вот здесь вот. И он начинает выезжать. Его как-то можно ухитриться с этой стороны поставить и продавить. Каким образом это можно сделать? Ну, например, срезать вот здесь вот фиксирующую часть ножа, вытащить, потом, соответственно, туда, сюда можно вытащить этот вал, поставить стопорное кольцо назад и потом как-то снова приделать. Но это не факт, что получится, а вот тот способ, который я вам покажу, получится. Мы зафиксируем насмерть, навсегда, вот эти две части с помощью эпоксидного клея. Сейчас там должна быть металлическая часть, я ее уже приклеил, склеил, но она вместе с собой вытащила вот эту пластиковую, пластиковое крепление, которое было вот здесь. Оно здесь всегда и надевается на железо. Я приклеил, но оно начало здесь отпадать. То есть и здесь тоже мы приклеиваем эту часть к вот этой и никогда не разнимаем. И тогда оно не будет выпадать, и вы его и не сможете разнять. Оно будет приклеено. Для этого я использую клей, но я использую эпоксидный клей. Ну, допустим, какой-нибудь такой, это из автомагазина эпоксиметал. Выдавливаем две части, ставим, перемешиваем. Предварительно, конечно же, однозначно нужно хорошо растворителем прочистить, чтобы было обезжирено там внутри отверстие. Но я пошел даже немножко дальше, взял наждачку, обыкновенно пилочку для ногтей, и немножко поработал над валом, немножко его зачистил, чтобы он был такой не гладкий, а немножко шершавый, тогда клей точно лучше пристанет. Ну, собственно, и все. И теперь этим клеем, так, чтобы вы наверняка были уверены, что он склеится, самостоятельно это сделайте. Промажьте всю поверхность внутри. Ой, выпадает. Промажьте всю поверхность внутри там. Тут возьмите. Хорошо промажьте, иначе если вы просто положите, он может куда-то продавиться, а куда-то не продавиться. Ну вот, или стянется, начнете засовывать, а он вот этим плоским туда его толкнет в середину, и вы так и не приклеите. Ну, собственно, все. Хорошо про. Теперь нужно здесь совпасть должны фаски. Фаска здесь сейчас остановилась вот в этом положении. И мы точно так же поставим вот сюда фаску. Так, вот вниз должно стоять. Вот так. Ну, тут вы
И теперь совмещаем. Все. Оставляем на просушку. Вот здесь нужно упереть. Здесь оно должно в зацепление зайти. Назад его туда хорошо вставили. Все, оставляете на просушку. Да, теперь он не будет разбираться. Но, в принципе, это... Этим нужно пожертвовать. Да, действительно, сюда потом может забиваться какая-то пища, продукты, и оно может выглядеть некрасиво, но придется вымывать. Сюда же попадает, и вы же не жаловались до этого. Поэтому вот таким образом, если его склеить насмерть, то он еще будет вам служить, не будет выпадать, вы не будете мучиться, а у вас в дома появится отремонтированное устройство, которое будет еще какое-то время, пока не сгорит электродвигатель. Тут его менять все равно смысла нет. Потом, если он сгорит, будет сложно разобрать. Даже не знаю, возможно, это будет или нет сделать. Ну, надеюсь, что можно оторвать. Но, скорее всего, уже не будет смысла его ремонтировать, потому что цена ремонта электродвигателя будет замена. Будет не маленькая, и вряд ли вас устроит такой ремонт. Ну, а вот так можно пойти, и теперь у вас будет, после того, как через сутки высохнет эпоксидный клей, вы сможете пользоваться этим устройством. Всего доброго. Повторяйте, это не смотрите, совсем не сложно, но полностью восстанавливает такими копеечными средствами работоспособность инструмента.